Кино на ТВ-РУС. А ты что, его все время с собой носишь? Ну, знаешь, как сейчас родом понаехал. И что, приходилось применять? Пока нет, но если что. Слушайте, а здесь только у меня мобильный не ловит. Да нет, вообще телефон не работает. Это плохо. Идиот! Урод безмозглый! Оля, ты что? Успокойся! Макс, а Оля где? У тебя вся рука в крови. Упал, когда за водкой бегал. Скорую надо. Срочно. Она мертва. Как мертва не может быть? Это ж Витька нож. Я убью его! Убийца находится, скорее всего, среди нас. Никто отсюда не уйдет. Вот ты и не уходи. Почему у тебя пистолет? До приезда милиции никто отсюда не выйдет. Антон Макарский и Елена Захарова в фильме «Тихие сосны». В воскресенье на ТВ-РУС.